Итак, сегодня в полночь в зоне Нагорно-Карабахского конфликта вступило в действие новое гуманитарное перемирие. Это уже вторая попытка хотя бы на время остановить огонь. Первая была предпринята 10 октября, но сейчас, как и тогда, договоренность соблюдали недолго. Уже к середине ночи с линии соприкосновения стали приходить сообщения о новых обстрелах. Стороны возлагают ответственность друг на друга. Но в целом, как отмечается, интенсивность обстрелов конфликта снизилась. Власть меня живой водой, обнимала слезы не тая. Воры, вороны кружат над головою, но не плачь, любимая моя. Жду тебя домой, любовно, но живого, и пусть ангелы тебя хранят. Я зажгу свечу, чтоб ты увидел снова, как в саду у нас цветет гранат. Я верность твоя, как награда. Ты вернись, я вернусь, да хранит нас с тобой. В которого не тратится музыка. Свет граната. За строчкой строчка, знаю я, на свете не один. Тихо спит в своей кроватке наша дочка, и никак уснуть не может сын. Я верность твоя, как награда. Ты вернись, я вернусь, пусть хранит этот дом свет.